Свидетель времени Сергей Михайлович Паргудин-Горский. Это химик, изобретатель, издатель, общественный деятель, основоположник цветной фотографии в России. Сергей Михайлович родился 30 августа 1863 года. В 27-летнем возрасте он основал журнал «Фотограф-любитель». Сергей Михайлович поставил перед собой цель – показать истинную Россию и ее красоту при помощи цветной фотографии. На его снимках можно увидеть обширные панорамы разных регионов России, лица людей из далекого прошлого, жителей городов и деревень, известных людей, рабочих, монахов, детей и даже национальных меньшинств. Поддержку в реализации его проектов оказывал император Николай II. В 1910 году Паргудин-Горский посетил Южный Урал. Много фотографий рабочих сделал Паргудин-Горский на Бакальском руднике в Уфимской губернии, ныне Челябинская область. Здешнее месторождение железной руды – одно из самых больших и богатых в мире. Его разработка началась в 18 веке и велась достаточно интенсивно, но бессистемно. Поэтому к началу 20 века при поверхностные залежи руды оказались практически исчерпаны. Пришлось переходить к карьерному способу добычи руды, требующему больших трудозатрат. Этот процесс запечатлел на своих фотографиях Паргудин-Горский. На заднем плане фотографии мы видим мужчину и мальчика, просеивающих породу. Женщина, правящая телегой, перевозит руду на поверхность, а девушка, сидящая рядом с мужчиной, очевидно, хлопочет по хозяйству. У нее в руках чашка, а рядом довольно объемистый чайник. Такой же можно увидеть и в сундуке мальчика. Фото сделано на руднике под названием «Тяжелый», и общая атмосфера, царящая на нем, соответствует этому названию. Мы видим сцену тяжелого, неавтоматизированного труда, изматывающей силу людей. Чисто визуально такой эффект создается за счет словно давящей на зрителя огромной скалы. На том же тяжелом руднике сделан и снимок накатка дров для обжига руды. По просьбе фотографа мужчины прервали работу и расположились на бревнах в несколько рядов. Для современного зрителя удивительным кажется то, как одеты эти люди. На них яркие красные, синие и зеленые рубахи. Мы привыкли представлять, что дореволюционных рабочих исключительно в чем-то в темном, в мрачном. Однако реалистично оказалось иной. Возможно, жизнь этих людей была так нелегка, что им хотелось внести в нее ярких красок хотя бы таким способом, надев красную рубаху. Паргудин-Горский посетил также Каслинский чугунолитейный завод, старейший в мире металлургический завод Южного Урала. Предприятие получило мировую известность за художественное чугунное литье. В 1900 году изготовленный на заводе роскошный чугунный павильон был удостоен гран-при и большой золотой медали на Всемирной выставке в Париже. Паргудин-Горский запечатлел процесс формовки художественного литья. На фотографии ему удалось передать сосредоточенность мастеров на работе, а падающие на их лица сквозь тусклое окно бледный свет придал им одухотворенное выражение, подчеркивая творческий характер работы.